Я не знаю, почему такие высокие температуры, почему температура крышки прыгает, водянка стоит. А что если бы стояла не водянка? Блогеры, блин, вы вообще офигели, вот вы херню какую-то постите, я не знаю. Вот, смотрите температуру, я его только включил. Включил, блин, с трудом, сказать можно. Вон, 39, 36, это на крышке, я смотрю. 30, 31, нормально. 33, нормально. 32 тоже. 34 сойдет, 35. 30. Как он так быстро падает, так крышки по ядрам, вон, смотрите, это в простое. ПК только включил. Системная плата 27, 26, ну нормально. Ядра, ну, меня устраивает, 26 градусов. На одно ядро, другое 30, ну, как-то отличается, странно, 25, другие вон 30, на крышке 32, 33, чипсет 39, чипсет, кстати, быстро греется, странно очень. Вот это в простое, вот, просто его включил сейчас. Не верите? Вот сейчас покажу разгон, тут все вот 4200, это буст. До 800 опускается. Вот. Оперативка. На XMP профиль работает. 3000 МГц. 1500 умножаете на 2. Вот. 6700 кей. Он в стоке. Вот. ЦПУ вид высокий. Прыгает. Так. Что тут еще показать? Вот видеокарта. Датчики. Ну, что тут? Обновить 30 31. Ну, сейчас более-менее. Меня интересует температура. ЦПУ вид, он прыгает очень сильно. Напряжение на ядра я поставил 1230, ну тут показывает 1232, ну это погрешность, скорее всего, я так думаю. У меня вот, я не знаю, как ЦПУ вид вот тут вот зафиксировать. Можно ли его фиксировать? Как его фиксировать? Потому что он поднимается там, не знаю, до 1,4, до 1,4,5. И температура поднимается, в общем. Попробуем сейчас выключить. Это в простое. Сейчас попробую показать вам то, что это в простое. Вот диспетчер задач. Вот, процессор в простое. Блин, камера не фокусируется. Вот. Процессор в простое вообще не нагружен. Может быть, одно ядро там, и то прыгает. Память 16, 2 по 8, 3000, это сток ее, это XMP профиль, 2 память. Так, первое, это у нас жесткий диск Seagate 2 терабайта, гибридный, там ничего нету. Corsair Force LS SSD, вот название. Ну, там пару игр есть. Основной Corsair Neutron XTi SSD. Тоже на 480. Тут винда на ней стоит, потому что как она самая быстрая SSD накопитель. Поэтому я сюда и поставил. Дальше что еще хотел сказать. При обновлении любого приложения, там, игры, допустим, ну, устанавливается, все нормально. Вот когда идет установка, ну, скачивание с интернета, все нормально. А вот когда идет установка, допустим, особенно на этот накопитель, на той, которая винда стоит, SSD быстрый, самый из своей линейки. Ну, допустим, обновление там Windows, там что-нибудь, именно установка на SSD там, то у него время отклика, время на ответы очень большие сразу и начинают подтупливать. Может быть, из-за этого и запуск. Но я не знаю. Все новое. Блин, опять камера не фокусируется. Короче.
Вот температура еще раз. Это все в простое. Вот прыгает 36. Я не понимаю, как блогеры пишут 35 градусов максимум. Вы вот просто зашли в программу, увидели 33, все. Ну у меня тогда тоже, у меня тогда вообще 30 я увидел. Вон, 30, все, на крышке 30. А вы подождите, вы заснимите, пруфы сделайте. Вот я вот стою, держу, вон 35 на крышке, 33, быстро падает с крышки. С ядер также, вон 2 ядра по 20, 26, 27, остальные по 30. Ну это 4 ядра, а потоки здесь не показываются. Токи не показывают, потому что настоящий здесь всего. Вон, блок питания 43, 28, 32. Нормально. Видюха 33. Жесткий диск показывает 27. Вот эти по 30. Вот. Винда, на котором стоит, это вот. А вот, не трон XTI. Вот, на ней винда стоит. Вот здесь вот пару игр стоят. Но она не забита особо сейчас. Максимус 9 формула у меня. Формула. Ни код, ни хера, формула. Все, выключаем. Запись буду заново делать, кстати. Ролик заново появится. Вот, смотрите, выключаю. Посмотрим, сколько выключений будет. Так, сейчас будет 6:30. Выключаю. Все, он выключился. 6, максимум 7 секунд. Ну, в принципе, это нормально. Так, сейчас заново. Вот, нажимаю. На 50 секунде. Это водянка так стартует. Так, 10 секунд прошло. На 8 секунде писк был. На 8 только писк был. Или на 7. На 7 или на 8 только писк был. Посткод прошел. Так, вот, все, винда появилась. Мышка забегала. Пробел нажимаю. О, сейчас вот все нормально. Вот сколько заняло? 7-8 секунд. И был писк. То есть посткод прошел. То есть их, в принципе, я не знаю, включать в загрузку или нет. 30 секунд запуска. Даже, по-моему, меньше было. Но сейчас отдельным роликом я залью еще раз. Сейчас вот еще раз выключу. Подожду 10 минут. Сейчас вот выключу, подожду 10 минут. У меня на канале не будет ни рекламы, ничего вообще. Вот, выключаю. Все, выключился. Сколько там? 5 секунд прошло. Сейчас 5. Не знаю, с чем это связано.